Вот, друзья, ездил в Мурманск в музыкальный магазин, сделал такие вот все подарки Дню водителя. А поэтому сделаю обзор. Сейчас покажу, что сделал. Взял вот этот провод для комбика на микроджет переключаться, чтобы там на телефонный можно разве на компьютер включать отдельно звук. Ну, взял комплект струн еще самых обыкновенных, взял по 600 рублей с чем-то. Сталь посеребренная, фосфорная, бронза. Ручная работа написана. Ручная работа. Господин музыкант, Москва. Такие вот струны взял. Упаковывал, очень смотрю. Да, белые, серебряные. Понятно. Поменять надо будет. Год уже не менял. Не знаю, даст ли результат. А, по-моему, никакого результата. Главное, играть надо хорошо. Ну и еще взял переходник вот такой, удлинитель на тоже, чтобы длиннее был шнур. Там переход мне надо было сделать. Вот такие вот подарки. Спасибо за просмотр. Привет, друзья! Ну, во-первых, хочу всех поздравить с наступающим Днем Водителя 27 числа, воскресенье, и сделать такую маленькую рекламку моего приобретения, что я приобрел в магазине музыкальном. С друзьями очень хотел поделиться одной такой вещью. Купил я, может, это, конечно, для кого-то будет и не ново, но хотел порекомендовать тем, кто играет на укулеле, на простой гитаре и на скрипке. Вот такую вот штучку. Я сейчас подробно вам расскажу, что это такое. Но вы сами, наверное, знаете. Я у многих видел музыкантов такую. Что это такое, я сейчас подробно покажу. Вот близко показываю вам вот эту вот коробочку. Вот это вот устройство. Я его уже включил. Вот оно, такое вот устройство. Так выключается. Так держишь 2 секунды, выключается. Так, тюнер. Это тюнер для настройки гитары. Очень рекомендую. Если когда нет поблизости, я по компьютеру настраиваю, но если нет компьютера, то вот можно настраивать этой штучкой. Удобная китайская вещь. В общем, как бы, я не знаю, как показать это поближе. Не вижу, что снимаю. Такая вот такое вот устройство. Здесь показано все, как настроить. Ну а гитару настраивается просто, вешается вот сюда. Она поворотная. Сейчас попробую сделать так, чтобы было видно. Включаем ее. Включилась. Вот. И как бы дергаем струну. Вот. Не знаю, будет видно на камеру. Вернуть на камеру. Гриф. Первая струна. Например, настраиваю. Я здесь выставил, здесь выставляются режимы кнопками. Там гитара, бас-гитара, укулеле и скрипка. Вот я на гитару настроил. Вот. Подтягиваем.
первая струна, дальше вторая струна. Четвертая нормально. Пятая. Шестая тоже. Ну, в общем, в таком духе, ребята, рекомендую. Нормальная вещь. Стоит она 900 рублей, но это самая такая, более-менее. Ну, там есть и дороже, есть и подешевле. Так что желающим рекомендую. Купить можно. А еще, друзья, для своей вот этой экшн-камеры 4К, ну, все, как я и смотрел по обзору, как все говорили, не напрягаясь, лопается вот здесь вот сразу. Но это не от того, что сильно затягиваешь, это все ерунда. Но оно лопнуто, но этого результата никакого не идет. И вот усовершенствовал я. Естественно, вот сюда вот прикручивается камера. Ой, вот эта вот штучка, стойка, это я отдельно заказывал для камеры. С камерой она не идет. Вот это уже токарь проявил мастерство наш. Как бы говорится, мы усовершенствовали китайский держатель этот, как он называется, штатив. Вот таким образом вот это все сломалось, вот это сразу обломилось на следующий день, например, сразу отломилась от шарика резьба, шарик отдельно, это все отдельно. Вот, сюда камера накручивается, ну вы поняли меня, я не буду накручивать. Такой штативчик, это все отдельно оно присылается, как бы, по-моему, 1900 я отдал, там на грудь, на спину все эти примочки есть. Вот, но надо дорабатывать, надо сразу перетачивать в эту. Я что-то сделал вот так, камеру попробовал, наверное, тын, и отвалилось вот тут вот. Все сделано китайское, все дешевое, сделано для того, чтобы заказывали еще, и чтобы еще и еще ломалось и ломалось. Так что вот, если кто будет заказывать, сразу говорю, вот это отломится сразу. Так что, если есть знакомый токарь, лучше сразу заказывайте, чтобы он вам выточил.